Отец, мне надо исповедаться. Ну давай, сынок, облегчи свою душу. Ну, я на той неделе подруге помогал шкаф-купе собирать. Собрали, пошел дождь. Она говорит, ну куда ты в такой дождь пойдешь? Оставайся. Ну, я остался и трахнул ее. А несколько дней назад жене друга помогал обои клеить. Наклеили, и дождь пошел. Она говорит, ну куда ж ты в такой дождь пойдешь? Посиди пока, подожди. И я ее трахнул. А вчера другу в гараже помогал машину ремонтировать. Отремонтировали, и дождь пошел. И он говорит, ну куда ты в такой дождь пойдешь? Оставайся, выпьем. Ну, мы напились, и я его трахнул. Что мне делать, отец? Иди нахуй отсюда, пока дождь не пошел.